Раньше в это время года река Нарын бурлила своим потоком. Многие жители, проживающие вблизи, даже опасались, что река может выйти из берегов. Однако сегодня картина выглядит иначе. Воды стало мало, что беспокоит энергетиков. По словам жителя села Ташбашат Аската Усмонова, в этом году сокращение ледниковых вод особенно заметно. Появились проблемы с поливом. Нехватка воды отразится на урожае. Мы замечаем, что с каждым годом воды становится меньше. Этим летом нехватка воды ощущается особенно остро. Воды для полива мы практически не получили. Раньше река Нарын бурлила и даже выходила из берегов. Сейчас, к сожалению, мы этого не видим. Такая неблагоприятная ситуация нанесет большой удар не только по сельскому хозяйству, но и по энергетике. За последние годы потребление электричества удвоилось. Увеличились и дополнительные затраты на обслуживание энергосетей. К примеру, 64 916 абонентов нарынского филиала «Востокэлектро» в прошлом году потребили 544 миллиона 488 тысяч киловатт электроэнергии. При этом дебиторская задолженность компании составила 135 миллионов сомов. У нас есть задолженность социальному фонду, это почти 50 миллионов сомов. Также есть задолженность по налоговым отчислениям, это 3,5 миллиона сомов. Если мы будем идти и дальше в таком темпе, то распредкомпании придется тяжело. Отметим, что в настоящее время 1 киловатт-часов электроэнергии стоит 77 тыинов. Такая расценка не покрывает затраты на производство электричества и техническое содержание. Оборудование для энергокомпаний в стране не выпускают, его приходится закупать за границей по высоким ценам. Технику и запчасти приходится покупать в России и Казахстане по высоким ценам, а численность потребителей электричества растет с каждым годом. Из-за этого некоторые сети не выдерживают такой нагрузки. В связи с этими обстоятельствами возникает необходимость повышения цен на электроэнергию. С 1 сентября текущего года предлагается установить единые расценки для населения в 1 сом 9 тыинов без деления на киловатт-часы. То есть потребил до 1000 киловатт-часов, платишь по 1 сому 9 тыинов. Превышение нормы обойдется в 2 сома 52 тыина. В целом цены могут подорожать на 32 тыина. В то же время для жителей труднодоступных горных районов предусмотрены льготы. Подсчеты показывают, что предлагаемый тариф очень удобен для жителей Нарына. Если говорить о других тарифах, то у нас очень много насосных станций в области, благодаря которым обеспечивается полив. Им предлагается установить цену за киловатт-часов в 1 сом 9 тыинов. Также по проекту новой тарифной политики предлагается для небытовых потребителей установить цену за 1 киловатт-часов электричества в размере 2 сомов 52 тыинов. Для майнинг-ферм, золотоизвлекательных фабрик, литейных, плавильных цехов, цементных заводов и предприятий по производству алкоголя тариф составит 5 сомов 4 тыина. Айтолкун Сулпуева, Бекзат Машрапов, Бөлекбай Ширимбеков, ЛТР, Нарынская область.